Привет, народ Ютуба. Сегодня у меня посылка квадратная. Забрал на почте, смотрю, вмятина конкретная. Что у нас здесь? У нас здесь написано, что детали, но вообще тут радиостанция. $6 оценили саму посылку, и у нас полкило завесила она. Так, эта радейка, походу, там провалялась некоторое время. Потому что почта что-то обленилась вообще. Не хочет работать. Что-то он меня не отрезает, ничего. Где-то свои ножницы подевал. Вот он, Баофэнг. Вот она коробочка, вот он Баофэнг. Два поддиапазона имеет. Все тут FM-радио смотрю, еще что-то. Ну, буду разбираться. Короче, будем разбираться, что здесь и как. Да, коробка пострадала. Надеюсь, радиостанция не пострадала. Вот, в общем, и вся информация на коробке. Толком непонятно, что за радиостанция. Написано, что два канала имеет. Вот, здесь немножко поинтереснее, да? Тут уже цветная инструкция на английском языке. Краткое описание, настройка, ручки управления, индикация, кнопки и так далее. Здесь все описано. Ну, надеюсь, найдем на русском языке всю эту информацию, которая тут имеется. Так, и данные. Вот некоторые характеристики. Говорят, эту станцию можно расшарить, немножко расширить диапазон. Насколько это необходимо, не знаю. Смысл есть ли какой-то. Ну, посмотрим. Так, дальше смотрим. Удар пришелся в основном на зарядное устройство. Зарядное устройство, как видите, наклеено не очень хорошо, немножко криво. Теперь можно догадываться, кто ее делал. Хотя пластик хороший. Пластик неплохой. Что мы тут имеем? 5 вольт, 1000 миллиампер. Ну, можно использовать любое зарядное устройство от смартфона. Как-то не совсем попадает. Дальше стакан зарядный. Можно аккумулятор вставлять непосредственно. Вот оно как раз имеется в наличии. Вот, на зарядку поставили. Ну, саму рацию уже не поставишь на зарядку, поэтому или заряжаешь, или не заряжаешь. Итак, у нас здесь походу модель похожа на нокиевскую. Аккумулятор от Nokia. 1500 миллиампер, 5,5 ватта, 4,2 вольта. Контакты позолочены, уже хорошо. Дальше у нас шнурок имеется. Можно на подзарядку, я так понял, поставить. Наверное, все-таки достанем радиостанцию, чтобы уже примерять все эти дела. Так, у нас клипсы имеются. Сюда потом прицепим ее. Ну, довольно-таки маленькая. По-моему, пачка сигарет намного больше, чем сама радиостанция. Я думал, она все-таки покрупнее будет. Ну что, кнопочки клацают, уже хорошо. DC, зарядка и микрофон, гарнитура. Ну вот, втыкаем сюда. И, в принципе, можно от пауэрбанка запитывать. И не бояться, что вот этот маленький аккумулятор сядет. Хотя занимает довольно-таки большую площадь радиостанции.
Так, имеется еще фонарик, смотрю. Так, дальше идем. Что мы имеем тут? Синяя. Почему синяя? Баофэнг. Может, красную лучше было или зеленую. Но им так захотелось, ладно. Так, насколько я знаю, вот это крепление, оно не очень качественное. Видите, я даже... О, приходится очень сильно нажимать. Можно так и радиостанцию потерять. Вряд ли я буду использовать данную штуку. Дальше идем. Имеется гарнитура, уже смотрю. Уплотнитель слетел, но сухо. Так, тут у нас вращается, можно на правое, на левое ухо цепануть. Микрофон висит. И немножко кнопка болтается. Клацает хорошо. Микрофон, отверстие с двух сторон. Сквозное, видите, и с этой стороны, и с этой. Ну, с одной стороны хорошо, будет болтаться, там особо не надо напрягаться, куда кричать. С другой стороны, если под дождь попадете, то будет заливать туда. Это минус. Так, ладненько, кидаю все это. Антенка. Антенна одна. Антенна одна, походу универсальная, на два канала. Вот такая. Вытаскиваем. И крутим валкодер. Возвращаем назад. Индикация имеется. Фонарик. Закручиваем антенку. Сейчас заодно и проверим. Так, что нам интересно еще? Нужна отвертка. Спец. Инструмент, чтобы одеть клипсу. Ну, ну и видим там металл уже, походу сплав какой-то. Видать, радиостанция греется неплохо. Так, а чтобы аккумулятор вставить, у нас имеется защелка. Все, и снимаем. И здесь кое-какие данные имеются. Диапазон. 2 ватта. Имеется индикация, плюс-минус. И здесь тоже плюс-минус. Ну, тут уже, видите, непозолоченные контакты. Ну, не знаю, насколько он выдержит все это дело. Вот. Уже и включился. Походу, они проверяли. Китайцы 144-500 и 465-525. Ну, это хорошо. Сейчас я это все запакую. Назад не защелкивается. Приходится насильно ее туда загонять. Все зафиксировали. Стакан становится. Стакан становится, видите, какой большой получается. Если еще есть один аккумулятор, было бы неплохо, да? Что у нас тут? 500, 5 вольт, 500 миллиампер. Вставляется, видите, в какое место. Не очень удобно. Ну, в общем, вставили раз и забыли про это. И вот так он будет стоять на подоконнике. К примеру, там, где лучший прием. Сейчас плаванием занимаюсь, мама меня поддержит, папа тоже, семья мне. Все, ну, такое бывает, спады. Когда удерживаем LR кнопочку, включается FM радио. Переключаем каналы, верхний, нижний, под диапазон, стрелка гуляет. Короче, я еще буду разбираться. Меню.
чуть приблизим. Вот довольно-таки громко пикает. Хотя в тихом помещении это слишком громко, а если на улице, возможно, и ладно. Видите, индикация громкость снизу, вот это было на всю включено. 1 деление ставлю, все равно громко. Включаю на передачу. Один, два, три, четыре, пять. Проверка. Работает. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, довольно-таки громко. Проверка. Так, сейчас проверить гарнитуру. Подключим гарнитуру. Уже втыкаю, и включается передача. Буду втыкать надо при выключенном. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, слышно нормально. Сам наушник. Наушник. Слышно. Ну что, работает, ладно. Теперь проверить зарядное устройство. Стакан не буду проверять уже. Проверю только саму зарядку. Так, втыкаем. Видно только по индикатору, что идет заряд. Больше ничего не видно. Каналы переключаются, все в принципе работает. Особо проблем нету. В общем, работает. Посмотрим. Еще если кнопку удерживать. О, работает сигнализация. Пока на передачу не классным, не хочет выключаться. Я думаю, на этом можно предварительный обзорчик закончить. В принципе, много чего рассказывали про эту радиостанцию. Я нового ничего не скажу, тем более я ее только получил. Как видите, только распаковал. Что приблизительно знал, рассказал. Ну, попробую раскрыть диапазон, расширить. Но это уже будет в другом видео. А пока буду прощаться. Спасибо всем за просмотр. Ваши лайки, комментарии и до новых видео. Всем пока!